Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 онлайн, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаем на вопросы и, главное, дарим денежный бонус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрич и Донни, ребятушки, сегодня у нас эксперименты в GTA 5 онлайн. Здорово, пацаны! Итак, друзья, спуск с горы Чили, то что-то здесь и сейчас. Новая подборка тачек, ребят, вот такие вот необычные машины, гоночные болиды, какие-то ралли. В общем-то, даже машины, которые быстро разгоняются, и полицейские тоже есть. Но это не самое главное. Гвоздь программы, ребята, сегодня вот такая вот пожарная машина непонятная. Ну и, собственно, друзья, как всегда, мы будем прыгать вниз. Ты что там делаешь? Погнали в пожарку. А, окей. Да, начнем с самого вкусного. Прыгать мы будем прямо, куда я сейчас смотрю. В общем-то, ребят, как вы просили, мы будем машины фризить и поднимать, чтобы мы, получается, не мешали другим тачкам, но тем не менее посмотрим, что нам покажут эти машины. Они медленные, я тебе предлагаю на втором нитро. Давай. Чуть-чуть? А я врезался, прикинь? А... Ты проехал, я врезался, это как? Братан, я улетал ну, непонятно куда. Господи, я даже прыгнуть не могу, ты понимаешь? Так, ну давай на одинарном, хотя бы под углом. Да, на одинарном я смог. А ты где? Да я сейчас какую-то другую сторону улетел. Ну, что-то, мне кажется, ты пережал просто второе нитро. Дай чересчур. Давай, я, короче, ползу, я в итоге на одинарном нитро прыгнул, и на самом деле я охренеть лечу-то нормально так-то. Что? Друзья, для тех, кто не знает, напоминаю правила. В этом испытании мы, получается, прыгаем с трамплина, не имеем права вообще как-то крутить колесами, а когда приземляемся на землю, можем, собственно, лево-право крутить, но газовать и тормозить нельзя. Слушай, на самом деле он такой попрыгунчик, неваляшка. Нихера там полетел. Но я встал. Все, я встал. Воу. Так, нихера ты там как-то... А! Чего? Слушай, ну а реально какой-то багнутый, да? Он вот рикошет, ты видишь, да? Он рикошет ловит. Да. У меня, к сожалению, не получилось проехать нормально, но Ванёк-то летит, прям охренеть, к успеху идет. Серьезно, это, наверное, единственный мастодон, да, вот такая здоровая машина, которая у нас, в принципе, вот так неплохо проехал. А, ну здесь у меня был, конечно, монстр однажды, такой длинный тоже. Да? Да. Ну такое. Ну, короче, фриз его поднимай, потому что... О, помыться решил. Баня, все в баню. Ну, неплохо, я считаю. Я думал, что эта хрень вообще не поедет. Ну да. Итак, друзья, второй заезд, вообще-то первая машина из сегодняшней коллекции. Здесь у нас две Диабло ламбы, но у меня какая-то гоночная. Посмотрим, на что они способны. Так, я на самом деле не поднял эту здоровую херню, и, возможно, это зря я сделал, надо было сразу ее брать, потому что затор-то она хорошая здесь сделала, смотри. Так, а я на колесике прям. Ну, плюс-минус. Ай-яй-яй-яй-яй, какие противные рикошеты. Ау, я так. Так, я встану на колесо? Так, я встал, хорошо. Да я ничего говорю, я тоже ударился и прям очень плохо ударился. Так, я немножко камеру отдалил, теперь, в общем-то, нужно чилить. А на самом деле, знаешь, скорость не такая большая, но это позволяет маневрировать. Ой-ой-ой, да маневрировался, врезался в невидимую хреновину какую-то. Ой! Не благодари. Хорошо. Хорошо, замечательно прям прошло. Лучше всего благодари, конечно. Спасибо. Ну, на самом деле... Чё по накату? Нормально еду. Ну, а я, походу, сдуваюсь. Ну все, приехали. Так, ну эти машины мы не будем убирать, потому что они, в принципе, ребят, не мешают проезду. Одинаково, да? Плюс-минус, короче, ребят, ну на пол бампера, да, там чуть-чуть больше на пол корпуса. Такое, это интересно. Пишите комментарии, что думаете, а мы идем дальше. Давай. Итак, друзья, следующие тачки на очереди — гоночные болиды. На самом деле, я смотрел свой болид, и как бы тут колеса, да, какая-то хрень посередине. Так-то ехать должно. Ну да-да-да, так, я сейчас загоняюсь, тоже поехал. У него подвеска как у баги, нихера она полетела, она легкая. Ага. Ну, я лечу. Единственное плохо, что я сейчас прям на своей башкой врежусь прям в камень. Бамс! Офигеть! Далеко улетел? Нет. Я ударился и прям всю скорость потерял. А, да? У меня клоун такой дурачок сидит там за ли, он такой ля-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 ля. А ты там, так, ну я отсюда проеду, наверное, да, я проеду. Отличненько. Разгончик. Ой-о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 й-
Ладно, подвеска как у баги, но она все, она приехала. Ой, а что за кусты? Что из-за кустов-то я? А, что? Что это? Что за звуки такие? А я поехал дальше. Как так-то, алло? Ну мы колеса потерлись, да-да-да, по инерции отдал, походу. Ну и все, да? Давай, давай, давай. Да нет, все. Ну, можешь прокатить, ну чуть-чуть, давай, еще чуть-чуть.
Чего? А как это? В смысле? У него колеса стали какие-то странные. И именно, видишь, колеса сами поворачиваются. А я уже отлетел, не знаю, не видел. А, ну, довольно-таки неожиданно, я считаю. Так, друзья, я, пожалуй, уберу эту машину, чтобы она не мешалась, потому что стала она действительно очень нехорошо. Но мы пойдем дальше, и что у нас там сейчас узнаем. Давай. Итак, друзья, в общем-то, следующие машины здесь Porsche Hybrid 911H против Audi Quattro. Слушай, ну у меня раллиная тачка, и как бы по умолчанию должна ехать. Должна, но не факт. Но не факт. А, ну, ты улетел значительно дальше, а я, пожалуй, здесь и прокачусь. Так. Я капот потерял. А как это такое? Тихо. Я хоть и длинный, но типа нормально еду. Ты нахера закрыл форточку, дурак? Да, я остановился максимально тупо. Я, короче, прям здесь ее брошу, пускай она там и находится. Ну это прям максимально тупо было, еще он тем более форточку открыл, закрыл ее такой дурачок. Так, а у нас гибрид что, по накату едет? Разгоняется, нет, сам по себе или... Да, еду. Ну, да, 40, да, ну, все нормально едет. Ну, сейчас уже падает скорость. Что-то медленно как-то доползешь. Ну, все, да, к успеху ушел. Интересненько, ребят, на самом деле я не ожидал, и пока что Porsche Hybrid у нас занимает первое место. На самом деле, вот от этой большой хреновины пожарной машины я вообще не ожидал, что она на втором месте будет. Ну, а пока что это именно так. Итак, друзья, у нас опять зрители, смотри на эту бабу. Она сидит, короче, в воздухе и смотрит, а теперь смотрит, да. Просто. Я это полетел, было красиво. Так, у нас здесь Ferrari 812, а у тебя что? Zenva, чё? Ага, Zenva TS1, это интересно. Так, ну я лечу-то знатно, ой, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Больно. Ты сильно ударился, я к тебе прям. Ах ты чё! Это было максимально неожиданно, я там сосну поймал. Сосну поймал? Мне бы сейчас развернуться как-то, ну не так, только тупо. Хороший вариант. Меня на самом деле занесло. Ямана разгоняет. И что, и все, что ли? Кобздец. Я вижу, что она творит. Так, ну мне придется вот эту машину убрать, я, наверное, я просто отставлю. Блин, я так врезался в елку, которую я там вообще не ожидал увидеть. Вот это максимально для меня было как бы так. Такое. Ага, а ты врезался. Ну, короче, поднимаю, чтобы она тоже не мешала проезжать другим. Блин, ну на самом деле, ну как я. Где это? Вот она! Прикинь, в что я врезался. Посмотри, сейчас подойди. Что там? Вот в эту маленькую хрень я врезался. Я даже не знал, что здесь елка растет. Вот, вот это вот. Просто так жестко прилетел. Я так хорошо, блин, летел. Она ждала тебя уже полгода, пока ты не врежешься. Это было предначертано судьбой, походу. Да, ребят, такое тоже бывает. Погнали дальше. Давай. Так, друзья, копы в деле. Не прошли мимо. Погнали. Макларен против зонды. Ну, лечу. Ну, лети. Так, от первого лица неплохо смотрится все, но это не самое главное. Самое главное проехать дальше, там где-то, кстати, квадро стоит за поворотом. Ау. Ой, нифига я. Ой-ой-ой, а что так отвратить? Чего? Что у тебя там происходит? Ну, я еще качусь, конечно, но плохо очень. А у меня машина не перевертыш, да? Вот отсюда попробую. Ой, квадрик, ты для этого здесь и стоял, чтобы поставить меня на колеса, да? Ну, могу сказать только спасибо, красава. Так, да, мне квадрик там... помог. Я его пнул. Я его серьезно? Пнул далеко, да, вперед. Так, ну зонда едет по накату. По накату, по накату. Едет зонда к нам. У Макларена, еще бы ему развернуться, прям вообще было бы топчик. Да что с тобой не так, зонда? Короче, у зонды проблема, она не встает на колеса с поворота. То есть, если какие-то бугорки ловят, тогда и помогает это. Да? Ну и все, я потерял всю скорость, блин, вот реально, у нее центр тяжести максимально какой-то беспонтовый, прям вот до ужаса. А ты там остановился, я так понимаю, не, да? Не, еще еду. А, ты жопой ползешь вперед, я понял. Кустики, так, ну. Долбанные. Мы зонду немножко уберем, друзья, чтобы она не мешала нам. Вот так. Оба! Ну и Макларен, здравствуйте, однако. Здравствуйте. Медленно, но верно, задница вперед. На самом деле, очень сильно тормозить сейчас будет, походу. Да, все, и да. Все, да? Все. Просто я сейчас сверху скину на тебя машину, будет красиво. Ну ладно, друзья, на самом деле, пока что рекорд не побит, но у нас впереди хорошие тачки, поэтому попробуем. Давай. Итак, друзья, действующий чемпион против вице-чемпиона, так скажем, да, на втором месте, который у нас Хаймер пока что был. Но, возможно, сегодня изменится на этом спуске прямо сейчас что-то. Так. Ну ты полетел хреново. Но, а я лечу в елку еще хреновей. Оу! Ой, перелетел елки рикошетом. Это уже радостно. Я, знаешь, что сейчас твою огромную хрень потолкнул, и мы вместе с ней едем. Блин, пора валить. Лавина из пожарных машин. Я застрял в ней, я в ней застрял. Это как?
не спрашивай, как колесом. На самом деле такое себе. А что, она поехала, не нам сталкерить? Ну, мне кажется, далеко бы она одна не уехала. Ну, да. Так, на Сильверадо, как медведь после спячки. Бушует. Летит. А, я просто со всей дури с вертухана раскидал все три машины, которые там стояли впереди. Да. Поедем дальше? Поедем, да. Сильверадо может. Подвеска у него читерская. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Твою мать, я думаю, как бы здесь лучше проехать, а? Да давай, ты реально как медведь какой-то, не знаю, ходит, шатается. Так, друзья, а вот здесь надо делать красиво. Нет, нет, нормально. Нет, 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 да. Да, проехал, проехал, проехал зато. Да ровно, 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 ровно. Ровно-коровно. А, нет, не, я Блэд. Скорость потерял. Я, нет, если сейчас я дважды вот так... скорость потерял. А, ты там, в дырке. Я кручу колеса просто, но я через камень не пролезу, при всем желании. Бляха, муха, а два обида. Раза. На такую скорость-то въехал, понимаешь? Надо сделать пошире, короче. Ну да, просто группу каких-нибудь ребят, которые расширят, смогут проездить, позвать сюда, и может быть это произойдет когда-нибудь. Такое, ребят, на самом деле, блин, если бы не камушек, если бы я в него не резался, может быть, был бы новый рекорд. Но Сильверадо удивляет, красавчик. Итак, друзья, у нас финальный прыжок, в общем-то, здесь Dodge Ram против Brabus'а, и это уже может быть интересно. Ну да. Ага, я вижу, где пожарная машина, до куда она доехала. Короче, мы ее подняли, чтобы она не мешалась, и надеюсь, что сейчас все произойдет красиво. Не докрутился чуть-чуть. Ух ты, я мимо макушки елки пролетел. Как это было, я не понял. Мимо прям, да, ну, сквозь нее, грубо говоря. Что он, мимо? Быба, мимо быба. Так, у меня там солнечник из зайчиков пускает кто-то на 9 этаже прям. Всем окном светит. На 7 этаже за 7 часов счастья. Так. Ой, больно. Больно врезался, но у Брабуса тоже подвеска, ребята, очень хорошая. Но, блин, у Брабуса единственная проблема, он слишком здоровый, и он в дырку еще ни разу не заезжал нормально. Я опять проехал по всем тачкам, которые там пробку делали. Да? Унизил всех. О, тихо-тихо, моя дверь меня же это немножко сбила. Это как? С траектории. Так, нормально. Ты поедешь? Блин, ну, я всю скорость потерял, да? Как хорошо! Да ну нахрен! Юра, уйди с дороги! Юра, уйди! Юра! Нихера, а врезался, да? Нет. Я, несмотря на то, что да тебя объехал, я все равно тоже заехал внутрь. Ты знаешь как? Я так сейчас про... Это надо было видеть нахрен. Ты просто летел, да, наверное, по накату хорошему? Я ехал, короче, я все эти, короче, все углы все объехал, прикинь, вообще просто. Смог успел, да, сам? Да, охренеть. Ну, круто. Нет, я говорю, рамчик тоже удивляет, довольно-таки хорошая машина. Мне не повезло, я вот в этом переезде, получается, раскрутился на 360 и всю скорость потерял. Так, в принципе, я тоже ехал довольно-таки бодро. Что ж, друзья, сегодня у нас в фаворитах опять-таки Сильверадо, первое место. Потом неожиданно Dodge Ram вырывается на вторую позицию. Да. Получается, обгоняет Хаммера. Потом у нас идет Брабус. Ну и, собственно, неожиданно это Porsche гибрид. Серьезно. Ну, это да, очень типа круто. Такое. Ну, еще круче, конечно, это вот эта пожарная машина, хоть у нее сегодня и там где-то 7 место, но это все равно было довольно-таки неплохо. Поэтому, друзья, если вам понравилась подборочка, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И всем спасибо, ребятушки, и увидимся в следующем ролике. Пока.